Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать свои покупки. Их было немного, ну не хочется мне их копить. Все тут держать, так сказать, на столе этот весь базар. Хочу показать и убрать все. Первое, что я купила, это были вот такие вот салфетки бумажные от Зева, Зева Deluxe. В три слоя, если не ошибаюсь. Мягкие, прочные, с волокнами хлопка. Здесь их 90 штук должно быть вроде как. В общем, нравятся мне такие салфеточки. Их можно использовать и во время еды, вытирать руки и лицо, и в косметических целях, и при насморке. В общем, эти салфетки не ароматизированные, нормальные. Обычные, так сказать. И номинальное количество 90 штук. Вот такая красивая коробка. Мне кажется, так даже выгоднее, удобнее их брать. Дальше. Следующая покупка тоже была необходимая. Вот такие вот ватные диски. Я самая из органического хлопка. Прошитый край у них, двусторонние диски. Здесь 80 штук. Стоили что-то тоже очень недорого. Мои заканчиваются диски. И вот взяла про запас. Дальше. Следующая покупка была вот такое вот жидкое мыло. Увидела. Сирень. Французская сирень. Я уже говорила, что очень люблю аромат сирени. Все, что с ней связано. А вот решила взять попробовать. Здесь у нас, если не ошибаюсь, так, 500 миллилитров. Да, 500 миллилитров. Это... Не знаю, кто... Что это у нас? Русская косметика, улица, так, город Одинцово, да? Московская область, Россия. В общем, это наше мыло, я так понимаю. Будем надеяться, что будет хороший аромат, хорошее мыло. Написано «мягкое». Гель-мыло для рук, французская сирень, как я уже сказала. В общем, буду пробовать и потом уже в пустышках вам рассказывать. Дальше. Следующая моя покупочка была. Вот такой вот гель для душа. Это у нас чистая линия фитотерапия с микрогранулами. Массажный гель. Сок клюквы и рябины. Здесь... 250 миллилитров. Аромат обалденный, девчонки. Ой, вообще бесподобно пахнет. Мне больше клюковкой пахнет. Люблю я эти ароматы от чистой линии. Ой, простите, гели для душа. Вот решила взять еще и такой для коллекции. Дальше. Также увидела я вот такой вот крем для ног, оливковый, оливково-ланолиновый, питательный, от 100 рецептов красоты. Интенсивно питает, смягчает кожу, быстро впитывается, не оставляя жирной пленки. Красивая такая вот была упаковочка. Ой, извиняюсь, в общем, не хочет стоять. Красивая такая была у него упаковочка. Немножко отъедем, потому что что-то не помещаемся мы. В общем, вот такой сам кремик красивый. Приятный аромат у крема, очень мне понравился. Не создает никакой пленки, он не жирный, то есть можно нанести на ножки и сразу же одевать колготки, носочки, в общем, куда-то идти. Понравился мне этот кремик, аромат такой свеженький, знаете, что-то вот травянистое. В общем, закончится у меня сейчас крем для ног, который в использовании, и планирую использовать этот. Нравится мне эта компания, повторюсь, буду пользоваться. Также последнее время все хвалят компанию, да, там, компанию, вот эту марку Вилента. Очень многих, смотрю, начали в покупках появляться эти средства от Вилента. В общем, увидела вот такой вот тоник для лица, очищающий, гиалуроновая кислота, витамин ПП, плюс увлажняющий ультра лифт комплекс.
очищает, увлажняет, успокаивает, не оставляет чувства стянутости. И она у нас профессиональный уход для всех типов кожи. Понравился мне этот тоник, знаете, прям ватный диск, вот смачиваешь этим тоником, проводишь ли по лицу, он прям скользит. Понравилось мне это средство, буду с удовольствием использовать. Вот я уже дважды его даже умудрилась попользоваться им. К сожалению, больше никаких средств по городу я не нашла от Вилента. Только вот один единственный, так сказать, тоник в единственном экземпляре. Других никаких не было. Дальше. Купила я, извиняюсь, вот такой вот освежитель воздуха от Gold. Что это у нас? Gold? Не Gold. В общем, написано 2 в одном. Ароматизирует и освежает. Это у нас кофе. В объеме 300 мл. Видела я кофе, освежитель воздуха с кофем у Ксюши Станкевич. Ксюш, привет тебе. Но, к сожалению, такого, как у нее, я не нашла. Вот. Увидела вот такой. Ну, в принципе, и это тоже неплохо. Единственное, что я чувствую не кофе, а аромат шоколада. Ну, тоже по-своему классный. Буду с удовольствием использовать. Почему нет? Для разнообразия. А то все освежители в основном либо цитрусы, либо цветы. А здесь вот необычно так. Такой кофейно-шоколадный аромат, скажем так. Дальше. Купила я, увидела вот такую новинку от Чистой Линии, девочки. Собственно говоря, ради этой новинки решила и снять видео. Это у нас фитотерапия, крем для тела, фитобаня, тонус и упругость с листьями смородины и мелисы. Это новинка вот такого красивого цвета мятного, кремик. Эффект бани теперь в ванной. Повышает упругость, стимулирует обновление, насыщает кожу витаминами. Вообще сначала я его брать не хотела, потому что у меня вот буквально только недавно закончился, будет в этих пустышках, скраб для тела от Чистой Линии. Ужасно, он термоядерный аромат вот за счет этих масел. И мне было, конечно, трудно им пользоваться. Не люблю такие ароматы. Здесь как раз таки вот с этим скрабом его и рекомендуют. Ну, я думаю, буду с другим скрабом пользоваться этим кремом. Девочки, крем бесподобный. Во-первых, аромат. Аромат, как у геля со смородиной от Чистой Линии. Вот именно пахнет этими смородиновыми листочками и мелиссой. Очень-очень мне понравился. Я прям балдю. Кто любит этот аромат, девчонки, не пожалеете. Во-вторых, кремик очень легкий. Такой вот он, как знаете, прям тает на руках, если набирать его. Разносится очень легко, его надо совсем немножко. Никакой липкой пленки или жирности он не создает. Впитывается прям махом. Но очень мне понравилось. Легкий аромат на теле листочков. Я прям буду с удовольствием пользоваться этим кремом. Всем советую, кто любит такие крема, ароматы. Единственный объем, конечно, большой. 400 мл. Надеюсь, не сильно долго буду пользоваться им. Всем советую, кто такое любит, присмотритесь. Ну и последняя моя покупочка. Совсем-совсем такая вот мимишная. Это у нас удобная новинка. Пилочки для экспресс-маникюра. 6 пилочек на мягкой основе. Они вот, если видно, не хочется мне открывать. Они вот всего лишь такие вот маленькие. Я думаю, все знают такие пилки. Это удобные пилочки для маникюра. Всегда с собой. На самих пилках тоже такой вот орнамент. Я уж не буду тут доставать, открывать их, шелестеть. В общем, взяла я в дорогу. Обычно, знаете, в самолетах, везде постоянно все эти пилки просвечивают, звенят. И начинают вот эти вот, как это, нервотрепка. Что у вас там, зачем у вас там. Ну и плюс, мне кажется, они легкие, удобные. В дорогу всегда в сумочке пригодятся. Поэтому решила взять заранее уже перед отпуском. Очень мне понравилось такое. И оформление красивое. Здесь их 6 штучек. И я так понимаю, что они одноразовые и гигиеничные пилочки. Ну вот как раз на отпуске, я думаю, мне в дорогу туда и обратно как раз их
хватит, даже еще, может быть, останутся. Потому что действительно бывает, дороги вот ломается где-то ноготь или что-то, и нужна пилочка. А так в сумочке, я думаю, будет очень даже хорошо смотреться. Вот, все, это все мои покупки, которые я хотела вам показать. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ставьте лайки, если понравилось. И всем пока-пока!